Ай-яй. Сил, сил. Бля, мне нужно... Просто тебе нужно загреть босса. Ой, моба. А кто у нас танчит вообще? Кто спулил? Ты! Я не пулил. Ты танчишь. Ну, да, дело не важно. Я думал, танк спулил, типа. Если не танк пулит, значит танчит тот, кто спулил. Ну да, я думал. Так, у нас ДКшки нет, а мне другой, да? Нужно ставить этот темп. А, у нас танк есть. А, да, точно. Ты на кастера. У кого-то есть ключ? У меня есть. Да, у меня на шмане есть. А что, расскажете, как убивать? Бей там, типа, только в стекло не попадя. Вот это тактика. Так, ну, по кому-то... Есть рыбка у кого-нибудь? У меня есть. Уже, пожалуйста, нам. Я только что ставил. Я даже масло намажу. Можешь мне намазать масло? Ну, уже закончилось, последнее было. Подставляй грудь. Не, правда, последний. Ты с Донтом хилишь, Донт, ты тоже хил. Я хил? Ну или можем Роял пускай хилит, без разницы. А может это... А кто, блядь, откуда вы знаете? Кто из вас больше на дамажит? Какая-то Роял больше. Я думаю, я, потому что я дам 20% хосты и 10% апа. Двум Роги и этому... Дивару. Ну, я точно Роял передам. Нет, Невер, не прыгай. Так, нет. Стоп. Рэдди. Фиранчик. А я не знаю, типа... А, ну что, в 2 Эрдру там такое. А чё нет-то? Нормально, думаешь? Ну, пускай. Нам пизда. Да они танка поднимут. Ну ладно, меня вообще поднимать тут не надо, наверное. Хотя, блин, наверное, поднимут. Это же десятка. Ладно, рейд нормально поднимут. Берю. Там... Разделитесь, кто кому кидает, по какой пати. Эти там да просто цепуху сделают. Листики всякие, знаешь. Только почему-то. Шо выливает. Пока. Просто. Дайте шкаф ему. А чё вы, типа, эти раздрушные просто цепуха? А, подождите, стойте, спекнулся этот Ройл в холле пала уже. Пускай вперед, на Эрдру там посмотрим, неважно. Там посмотрим, короче. Просто, типа, он первый раз здесь, мне кажется, ему было бы проще немножко на этот. Не, три не нельзя ролить, я же предупреждал. Три не анрол. Мне кажется, пошел. А что это за три? Ну, одна три не на хэпала, вторая на ретрика. Нет, что за три не на ретрика? Ну, в плане, у тебя сейчас какие стоят? ПВПшная и карта. В идеале нужна скалагар на 25-ке, но я сейчас в 25-ках не бываю. Скалагар на 25? Да, прожимная сейчас, они ее апнули очень сильно. О, может я в кару успею, давайте быстрее. Хуй знает, мне кажется, карта и клык попиже все равно будет. И кто? Карта и клык. Ну, пойду, похилю. Во-первых, 100 хосты очень ретрику хорошо бустится. Ладно, я не хочу сейчас спорить. У меня свои расчеты. Да. Ты же знаешь, я это... Давайте. Видал, какая у меня это, как у волына в руках? Не, покажи. Ого, да, как на это похоже на... Это венчик. Венчик, короче. Да, чтобы тесто месить. Все правильно. Я вообще тестомес. Автоматически. Мое второе имя тестомес, ребят. Все. Первое. Кубок. Глина. Так, что по итогу? Мне в коте осталось пока. Ну да, пока осталось в коте. Да подожди, допустим, да пишешь в этом. Вы видели клип? Разбафайте, пожалуйста. А у него код 17-й. Ну ты че, у него тут смотри. Ну тогда вы Роял, я не знаю, спекать или что. Ну да, Роял лучше ретрик, мне кажется, он больше даст. А и я не знаю, как Роял хилит, а я знаю, как Шоу хилит. Шоу хорошо хилит. Шоу хорошо хилит, так и запишем. Дай прото. Уж получше твоего нет хила. Понятно. Все, я хотел Шоу. Это приятный парень, но он все равно решил зигнуться. Шоу, тут колечко поменяйся с его атаки. Сила атаки, да. Увеличу этот хил. Да. Я этот набор не сохранил. Смог на кольцо, что? Погоди. У меня баг или у него реально этот смог? А на ком сейчас Шоу сидит? На Рэдди. Как?
Шамахер. Рэдди. Рэдди, это твой? Я думал, Рэдди это другой человек вообще. Дай щиток, Рус. А, кому ассесы дать? Кому ассесс? Какой щиток? Ой, слушайте, подождите, у меня... А, у меня есть. А, СС. Кто это просит? Твой. Эй, я сам себе дай. Мазуки, да. Ну, это параш рейбан, наверное, щит на 30 минут. А, все. Синий такой. Ройл... Так на тебе 10-минутный и... есть. Все пойдет такое. Ты мне на 30, да? Не, на 30 у меня нету. На 30 я дал каску этому Роялу. Ладно, я сам тогда дам. Это, начнем. Чем это много... Я в соло типа сферки доливаю, да? А, Кубоп, да. Ты соло сферки. Okay. Еще Махер, помогай ему. Ассист. Ой, тебе сейчас дам только. Дай мне ассист. Сейчас проверим. Да, у тебя ассист. Ставь звездочки. Сейчас, секундочку, я в управлении изменю. Тактику не будете объяснять, наверное. А, ну объясните ему тактику. А, тактика. Сейчас появится... Сейчас... Короче, бьем босса под Гера и вливаемся фулл ДПС. А, через каждые, по-моему, 15 секунд появляется Кара. Кара — это красная точка на земле. А не, босс, заводишь печеньку, остановись в печеньку и бегай за печенькой. Не, нихуя, Рос. Ну пусть он смотрит на землю. А ну ты чё? Конечно, ну чё за пиздец? Да, вот смотришь, именно. Зачем вы так усложняете? Как Кару озвучиваю, смотришь на землю, от неё отбегаешь. А, появляется 4 звезды каждые 50 секунд. И по ним играет Кубоб, когда одну звезду убивает, она взрывается, наносит урон тьмой. Под собой оставляет черную дыру, в нее ты можешь провалиться. Если провалишься, в нее в комнате тебя будет наносить урон и бить мобы. Соответственно, в нее не проваливайся. Заходи в нее только по команде. Все. Роял, поставь огонь, ауру. Я тотем поставлю. А, тотем, ну заебись. Хотя не, лучше пусть аура будет, да, там же мастер есть, наверное. Рой, у тебя есть мастер? Отрекинь маму себе, ну что это такое? Да, мастер у Роева есть. Сакра у Протика есть, естественно. Возьми третью ауру, у нас с этого нету шамана. Ой, приста. Давай это этот, кто первый начнет? Я или ты? Давай я. Давай. Давай, Войд, на тебе тогда будут эти штучки. А возле меликов не стоим, не спамним. РТД, чуть подальше отходите. Кары не спамним. Флатмейт отойдите. Ну, сейчас мы этот бурстанем. Мы с Герой, да, тоже вскрываемся там? Конечно, угу. С Герой, да. Ну, давайте Ауру там живите, пацаны. Там с этими, с крыльями, давайте. Очень слабо, я сейчас... Ох, ладно, да. Хорошо, когда шаман есть. И ДПС. Блин, не ставится. Короче, я буду такие метки, не тот макрос делать. Таргет буду играть, хара. А ты отошли. Ой, да. Взрывайте, прохиливайте. Взрываю, 3, 2, 1. Да не, нормально. Это Эрдруй, что ты ему носишь? Они все равно ничего не могут сделать под взрыв. Я сокру вижу сам. Войд, думаю, тоже увидит. Взрываю. 3, 2, 1. Ну просто пусть будет. Чёрнили. Может зайдут. Не знаю, кара взрывается. Вообще. Заводите. Кара, 7 секунд. Ну, сейчас еще одну взорву черную. Кара. Что, еще черные дыры вам нужны? Да. Делай. Давай. Там открытая. Забежали за звездочкой влево. Бежим просто. А, ой, спасибо, хорошо вы закрыли нам дыру. О, понятно. Вы прям вовремя ладно, закрыли. А вы можете стою. Поднять, подожди, Рой. А, ну еще один номер. Да не, давайте упадем. Давай. Нас хила, ладного нету это. Слушайте. Пиздец, куда вы несетесь так, перед планеты всей, я не понимаю. Так, стоп, оф, вот, шоу. Войд, у тебя есть войс?
Да, у меня на кнопке стоит. Берегитесь. Хорошо, у тебя тем не менее он есть. Когда ты заводишь, говори просто, в какую ты не заводишь. Либо просто заводи в такую, которая, до которой нам будет добежать проще. Не заводи, точнее, в такую, до которой добежать будет проще. Я ж вам подсказал. Я думаю, вы смотрите, куда заводится, нет? Ну, я бегу в дырку, которая существует, а она пропадает. Ну так я туда завел. Я на Энхе. Я смотрю в тот момент, когда у меня 5 стаков, и я тут же нажимаю мол. Это на все, что я смотрю. Кто звезды бьет? Кубоп. Кубоп. Ну, я думаю, не проблема будет посмотреть. У меня просто 2:30 ночи. Или мне включать активацию голосом. Давай просто я буду первый этот танчить, а ты второй. Да, типа я буду этот. Не, ну просто я подвожу кругом. Давайте, давайте, да. Давай. Я просто под рефазу еще две разобью сферы вам, ну и будет вообще много дырок. Да, давай. Да тут можно разбивать, типа вроде прохиливается все. Димон, ты видел мои цифры? Тебе понравились? Слушай, если хочешь, вообще тогда вафлика могу спекнуться и мультидок. Сколько? 8к? Ну слушай, маловато. Не надо, их по очереди. Ну типа это же манекен под геры 8к, да. Под геры 10 был, держалось. Не, ну я типа на исходе давай 10. Ну, 4 минуты фласка, ребят. Ну, все, не будет вам СПД. Я тебе могу на АП дать фласку. На АП? Я тебе могу на СПД дать фласку. А, мне... а да, кстати. Можно. Это ж Роял вчера ходил с нами в ВК. Я не знаю. Я сочил, у него отвратительный хапал. Рыбку, пожалуйста. Лол, чисто собираю 25 кульду на Левиафана. Лол. Я, кстати, так собирал. Ужас. Еще с Андролом, блять. Ну, пиздец. Бое рецепт плюс со сферы Андрол. А еще плюс один Андрол. А, ну, получается, да. Можно вообще все. ЕП аук. Все. А, у меня еще не та 3 не стояла. Ща, ребят, затулим. А сколько здесь ОД дается за босса? 100 с чем-то. Ну, блин, ну, ладно, я не буду пить фласку, ребят, сорян. Непрофитно. Да. Я купаю. 3 минуты, если есть, если пульнем, то с бурста у вас будет много СПД. Там, даже я посчитал, что с бурста получается 510 СПД. Всего? Где у нас хрипаты? Где у нас АФКшит? Бля, хрипаты. Нет, он не АФКшит. А, чистобав есть какой-нибудь? Одну секунду, я сейчас ревот. Давай. Да, я дал. Я вижу, спасибо. Сейчас я сюда портал поставлю. Шова? Все, я на месте. Так, это самое, слушайте, надо будет еще нам расписать статик, там чувак, который вот присоединился с этих хилбродов, он будет делать свой статик. Нам нужно будет создать конкретный свой статик, и он будет там добираться, если что, людей, кто не попал, там. Сань, мне статик нужен. С перчатками. Я это было с пятками, а десятки это хуйта. А что за ник? Что за ник? Этот инсайд, это Лурель. Я понял, Дон, я бесправедного. Все нормально. Вон рос 11500, 11600. Понял. Аккуратнее, милики. Я отведу, наверное, в сторону. Блять, никаких рейдов не забыл. Блин, только освободился нахуй. Какой рейд собрали? Сука, мне фидеры, блядь, ебаные. Шоу БР, шоу БР. Последний, не вставай. Заводите. Все, вставай. Какой-то поднимите танк. Зачем ты? Что происходит? Что происходит? Ты нам скажи. Кара. За милю. Просто стоим, повернулись чуть-чуть. Крестик разбиваем. Идите справа, 8, черная дыра, в нее сбегаем.
побежали и отошли. Да, вот добей босса. Забрал Алгалана. Не добивай, Кара упадет. Заводите последний. Да, щит, ты тут? Ладно, нормально. Кара, Кара, Миля. Че, Саня, бьем Алгалана? Еще беда. На хлебники, бля, заебали. Каску бахнем? Себя. Кара. Кара. Это последний добиваешь, играю по боссу. Да, да, да. Я там вижу ПХП. Я, короче, сейчас заводить не буду созвездия. Ты что делаешь, мой? Бля, да я это заведу. Кара, отошли. Хорошо. Забежали. Спрятались все. А у меня прям пропало. Я вроде успел. Не успел. Не суть. Шоу БР, да? Не теряемся, просто волосы играем. 5% довести. Кара миллизона. Быстрее, быстрее, быстрее. Отбежали. Что, переводим? Да, да, да. Я больше не взрываю. Конечно, не взрываю, брат. Да, не террорист. Все, база 2. Берегитесь. Кара, Миле. Перебери. Что там вообще манекен из десятки? Дон все равно умудрился умереть. Я в толстом. Сам себе и на то. Забери еще. Кара, Кара. Кубов затанчишь? Да. Спрятались, 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 спрятались. Только осторожно выходите. Да в центр вставайте. Да выходите, просто убивайте. Ну что, пацаны? Изи триня. Какой шанс у меня сролить ее? Не, комиссионная, да. Господа. Ага, вот тебе триня рос. Да, ну слушай, нет. Я привык. Ты тоже кому нет? Нет. А что в ключе там падает? Я сролю. Какой-то гаджет? Можно ролить еще, нет? Что тут есть? Да, ролить еще нет. Да, можно. Конечно, роль. Да, все, 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 что хочешь, то и роль, конечно. Так, поставьте мне портал Долоран. Давай. А есть поднять, пожалуйста? Сань, Сань, что говорил? Я без статика. Ну, ты с одним токеном, нихуя, блядь. Он за 25-ку говорил или нет? Так, ну, пока да, мы не полутаемся, блядь, ну, потому что уже люди приходили, которые с одними токенами, блядь, что. А код отклика надо кому-нибудь, пацаны? Кто? Код отклика, вот этот квест. Мне не... А, ой, блядь. Да, на друида я бы взял бы. Да и мне, я не знаю. Суманите меня к мосту. Я что-то не думал, что его забрал, извиняюсь. А что там с него, что с него полутать можно? Там 26-е, этот плащ, кольцо. Плащ, там два плаща, один с духом и хостой, другой с меткостью. Силовой и меткость. Погнали на кольцо и меткость. Дася, ты чё без статика? Где твой статик? Смотри, я сначала был с Донтом, это же когда Ульда была, потом я в командировке был месяц. Срольте, я прилечу вам, отдам. Да, отпуск, потом получается это. А вы мне все вчетвером пишите, чтобы ключ... Перед отпуском это, я один раз ходил с этим... с поездом и все.
и улетел на две недели, я без статика. Ну и все, и ты то же самое у меня будешь так. Так а что, есть сейчас места вообще? Вообще да куда я уйду? Что я отдам? Ну ты же там в командировке. Нет, уже, все. Ну вот почти Донту обратно. Донт, а что, фул там два статика? После моего бана-то реанимироваться. Так у меня тоже фул два статика, я уже собрал людей. После чего я говорю, типа, блин, Дайс, они часто говорят, а потом у них начнут люди не приходить, типа. Думаешь, там у Бьорна стабильных 20 людей? Я не верю. Слушай, типа, а то же самое, второй статик, это? Тот, что у Донта, типа, я тоже не верю, что там стабильных 10 людей. Ну, но зато, там зато, почти весь стабильный. Зато Оптикс у меня в перчатке спиздил. Погнали в этот, на Крамос не умирающий. Ой, не. Шова, ты где там, в инсте, да? Я бы еще...